чудо, я расскажу потом, по-моему. Говорю, Бог положил мне на сердце, вот, больше миллиона человек будут собираться и... Сурт Ерицин Анунко, Екесцел Ахарицунко, Ерицин Камко, Ворпес Велькина Сирпеткри, Эсхас Мес Анапасор, Хур Мес Айсор, Ертов Мес Партис Меч, Ворпес Евмек Томунк Мерон Спартапанас, Евмитанис Мези Порцуцюн, Ай Перхиас Мези Чарем. Зико Яркаритун Езворитун. Օրնյալը մի քանին Տեր Հիսուս, որ քո շնորհով հավաքվել ենք մեկտեղ և եկել ենք առաջ հերթին քո ներկայությունը վայելելու, քեզ հետ հաղորդակցվելու և եկել ենք մեր երկրորդ միջոցով է քո խոսքը լսելու, խնդրում ենք իրենել, որ մեզ առաջնորդես քո ներկայությունն ենք խնդրում մեր սրտերին դիպչես, ոչ թե խոսքեր լսենք կամ գիտելիք, այլ հոգու հաղորդություն լինի Տեր Հիսուս միմյանց հետ և քեզ հետ. Աղաչում ենք մեզ առատապես, որ մեզ անուքո Սուրբ անվան, ու մեզ առաջնորդես փառքես, ամեն։ Ամեն։ Меня зовут Василий, я уже представился. Мы приехали вместе с моей женой Анастасией, приехали сейчас здесь и сразу делаем несколько служений. Одно служение это мы преподаем сессию в Институте по индуктивному изучению Библии здесь, в Армении, имеем там 15-17 студентов и преподаем им книгу Откровения. Книга Откровения у нас разделена на 4 части. Мы преподали 1,5 года назад первую часть, теперь преподаем мы вторую часть. В одно и то же самое время приехал для того, чтобы преподавать семинар по тхэквондо. Я международный инструктор по тхэквондо. Там в Молдавии имею клуб, и в нашем клубе каждый первый час тренировки все изучают Слово Божие. И очень много молодых людей обратились к Богу через это служение. Вот за 15 лет, сколько руковожу этим клубом, больше 20 тысяч людей прошли через этот клуб, изучили хотя бы один курс, поехали миссионерами в Арабских Эмиратах, в Афганистане, в Пакистане. И еще, когда едем на соревнования, едем с той целью, чтобы там евангелизацию делать. Сейчас были на чемпионате мира в Северной Корее. И вы знаете, что это закрытая страна, никто муха туда не пролезет. Но вот Бог открыл для нас такую возможность. У нас была возможность евангелизировать и севернокорейцев, с которыми общались, и других, говорить им о Христе, раздавать им Слово Божие, Евангелие. Чудным образом смогли туда Евангелие. Вот так. И здесь с Ливоном вместе проведем и семинар. И молимся, чтобы достичь этих спортсменов неверующих. Есть много здесь инструкторов, которые придут на этот семинар. И помолитесь им, чтобы Бог дал мне мудрости и дерзновение, чтобы открыл их сердца, чтобы они стали учениками Христа. Вот так. Значит, в этот вечер я так понял через Ливона, что вы хотели бы, чтобы мы изучили немножко из Слова Божия о взаимоотношениях между мужем и женой, и между родителями и детьми. Так я правильно понял, да? Да. Давайте тогда наше время так и разделим. Посмотрим сперва на взаимоотношения между мужем и женой. Я хочу провести с вами короткое изучение и даже познакомить вас с тем методом, который мы используем в преподавании, которому учим здесь наших студентов. Он простой и очень интересный метод. Потом посмотрим на взаимоотношения между детьми и родителями. И после этого уже оставим время на вопросы и ответы. На вопросы и ответы тоже на нашу тему. Взаимоотношения между мужем и женой и детьми и родителями. Да?
Хорошо, тогда давайте сейчас откроем текст послания к Ефесянам. И вы знаете, какой текст. Пятая глава, с 22 по 33 стихи. Какой? С 22 по 33 стихи. Какая книга? И в каждом отрывке Библии, когда мы изучаем один отрывок Библии, очень важно найти ключевые слова. Ключевые слова, они называются ключевыми, потому что они раскрывают смысл того текста. Но они раскрывают смысл тогда, когда мы внимательно следим за этими словами. Если мы очень внимательно проследим эти слова в тексте, мы очень много поймем, чего мы не можем понять при простом чтении. Давайте я вам вот такой эксперимент сделаем, и вы сами убедитесь, как важно... Можно мне ваши ручки? Да. Вот так, и ваши ручки. Хорошо. А теперь посмотрите внимательно сюда. Очень внимательно смотрите. Посмотрели? Хорошо. Теперь отвечайте на мои вопросы. Все хором. Потом нельзя будет хором. Потом надо будет по одному. А сейчас все хором, да? В правой руке сколько у меня ручек? Три. А в левой? Два. Да, никак. Ручки? Два. Маркеры, да? Да, три. А в правой руке сколько маркеров? Три. Правой и нет. Три. А маркеры. Левая, по-моему. Маркеров нет. Маркеров нет, да? Нет. А синяя ручка в какой руке? Правая. А сколько у меня пальцев на правой руке? Пять. Точно? А кольцо у меня на какой руке? На правой. На правой. На правой, да? Да. Да, на правой. А часы у меня на какой руке? На левой. Наверное, на правой. Ну. Я специально сделал так. Да, да, да. И нет, не так много надо было замечать. Но часы, они бросаются в глаза, так надо заметить. Но вот никто не заметил. И вот, если это касается только моих рук, что вы не заметили, ничего страшного. И невозможно запоминать все, что мы видим. Но вот очень плохо, когда мы читаем Библию, тогда из того, что мы читаем, мы очень мало видим. Есть очень много чего мы не видим. Самое плохое, мы видим того, чего там нету. Вы увидели часы, которых не было на моей руке. Понимаете? На моей руке не было часов. Вы увидели часы, которых нету. Вот так же мы, нам кажется, что в Библии что-то написано, и мы абсолютно уверены, что там, оказывается, в Библии этого не написано. Поэтому очень важно тогда, когда изучаем Библию, сперва сделать наблюдение. Очень внимательно посмотреть над текстом, наблюдать текст. Хорошо сделанное наблюдение – это уже 90% правильного толкования. Значит, сперва надо посмотреть, о чем написано это наблюдение. Потом, что это означает? Обычно люди начинают наоборот. Они сразу хотят знать, что означает. Надо сперва посмотреть, о чем написано, и потом понимают, что означает. Значит, наблюдение, потом толкование. Если правильно сделали толкование, тогда мы сделаем правильное применение. Правильно применим этот текст к нашей жизни. Невозможно менять местами. Надо в этом порядке идти. Тщательное наблюдение, хорошее толкование и после этого правильное применение. И дальше уже следует четвертое. Четвертое – это изменение, трансформация. Да? Изменение нашего характера, изменение в нашей жизни. Вот такой порядок. Поэтому мы с вами сегодня проведем наблюдение. И тогда, когда проводим наблюдение, надо начинать с самого очевидного. Что легче всего увидеть? Самое очевидное – это люди или ключевые слова. Ключевые слова, они называются ключевыми, потому что они раскрывают смысл текста. Тогда, когда мы внимательно следим за них. И эти ключевые слова, легко их найти. Потому что они повторяются. Это те слова, которые больше всего повторяются, это ключевые слова.
Также эти слова, если их убрать из текста, если вот взять этот, как называется, маркер, да? Бумага жидкая, жидкая бумага, и так отметить все эти слова, читая текст, невозможно понять, о чем идет речь. Потому что если другое слово, можно понять, можно догадаться. А вот если эти ключевые слова убрать из текста, непонятно вообще, о чем идет речь. Понятно, да? Так давайте сейчас прочитаем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Давайте прочитаем с 22 по 33 стихи. Прочитаем кор, все. Все вместе кор на армянском языке. У вас один и тот же перевод у всех, да? Да. Один и тот же перевод. Хорошо, давайте тогда. Сейчас кором все. И знаете, очень хорошо читать Слово Божие кором вслух. Слух, да. Потому что запоминаем хорошо. И даже и дома, когда ты сам, когда никому не мешаешь, закрывай дверь комнаты, читай Слово Божие вслух, читай красиво вслух, запоминаешь очень хорошо и осмысливаешь слово. И легче передаешь другим потом. Да? Все, давайте, начинаем. Վասնզի այլը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն ալ եկեղեցին գլուխն է եւ ինքը մարմնի կրկնիչն է։ Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава, 22 стиха. Все, начали, 3-4. Վասնզի այլը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն ալ եկեղեցին գլուխն է, ու ինքը մարմնի բրկիչն է, ուստի ինչպես եկեղեցին հնազանդ կլլակ Քրիստոսին, նույնպես ալքիները ամեն բանի մեջ իրենց այրերում, այրեր սիրեցեք ձեր կները, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին, ուրի անձը մատնեց անոր համար, որպեսզի զանիկաս սրբե ու մաքրե ավազանին ջրովը և խոսքովը, որպեսզի ինքը իրեն հարավոր կեսներ եկեղեցին, որ հարակմը կամ ախտեղություն կամ ուրիշ ասոս պես բանում չմենա, հապաս սուրբ և անարատ լինա, նույնպես ալ պետք է, որ այրերը իրենց կինները սիրեն, իրենց մարմիններում պես, ան որ իր կինը կսիրե, իր անձը կսրբե, Վասնզի մեկը բնավ իր անձը չարեր, հապա կսնուցանե ու կխնամե զանիկա, ինչպես էրնալ եկեղեցին, Վասնզի մենք անոր մարմնի անդամներ մենք, անոր մարմնեն ու անոր ոսկորներ, ասոր համար մարդը պիտի զքե իր հայն ու մայրը և իր կնոջը պիտի հարի, ու երկուքը մեկ մարմնի պիտի ըլլան, այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես կխոսիմ Քրիստոսին ու եկեղեցին վրայով, սակայն ձեզ մեր ամեն մեկն ալ իր կինը այնպես սիրե, որպես թե իր անձը ու կինը իր այրեն ակնացի։ Իզվինի Վասիլի ջան, կա մեկը, որ հուսային ինչ չի բանանում, եթե կանցրենք թարգմանի արմունքը, հա, մարդկա, որ խեղճանումա, այրեն թարգմանեք, նորմալ ամուսեր են, վերսի։ Մարգալինի կարձանի կարելի է։ Մոշն է ես տիշտոտնի պանյատնը ուզիտ մի աստանորին ծիբ է։ Դա, կնիշն է, Самое главное, чтобы все поняли. Да. Так что. Хорошо. А теперь скажите вы, какие слова здесь чаще всего повторяются? In your eyes. Муж и жена. Муж и жена. Жена. Да. Просто если вы брать эти слова из текста, понятно будет, о чем идет речь? Нет. Непонятно. Для человека, который первый раз читает это место, если убрать эти слова из текста, непонятно будет, о чем вообще идет речь. Хорошо. Теперь, раз мы установили, какие слова являются ключевыми, то у нас есть такая специальная Библия, она называется «Библия для самостоятельного изучения». И там напечатано через с двойным пространством между рядами и с большими полями, чтобы можно было все отмечать в этой Библии. Но так как вы не можете здесь отмечать, ну даже есть и некоторые люди, которые, они считают, не, совесть им не разрешает отмечать что-то. Разные. То есть, это его свобода.
Но в таком случае мы сразу перейдем к другой, к следующей ступени, или как, к шагу, к следующему шагу. Мы будем составлять теперь перечень, и выпишем здесь в одном перечне все, что узнаем о мужчине, а потом о женщине. Все, что узнаем об одном, а потом о другом. И давайте начнем с жен, потому что о женах говорится сперва, да? Значит, жены, да? Вот так. Пишем номер стиха. В каком стихе впервые есть что-то о женщине? 22-м. 22-м стихе. Да. 22. Пишем номер стиха. Черточка. И будем выписывать здесь, что узнаем о женщинах. Но только каждое утверждение. Если в одном стихе есть несколько истин о женщинах, 2, 3, 4 какие-то утверждения о женщинах, тогда каждый из них с новой черточкой, чтобы все было у нас систематизировано. Хорошо? Понятно, да? Пытаемся всегда писать словами Библии. Таким образом мы научимся всегда говорить словами Библии, чтобы мы использовали в своем словаре всегда слова Божьи. Так и в Библии написано. Кто говорит, пускай говорит слова Божьи. Так и мы хотим научиться говорить словами Божьи. Будем запоминать эти фразы библейские, всегда говорить с людьми словом Божьим. Так что здесь будем стараться всегда писать словами из Библии. Но если где-то не получается, где-то такая сформулировка идет в Библии, что если мы хотим здесь писать, не получается прямо так, как в Библии. Но мы все равно будем стараться как можно ближе к тому, как в Библии. Да? Все, договорились. Теперь скажите вы, что мы узнаем о женщинах из 22 стиха? Чтобы они должны были быть покорны. Должны повиноваться кому? Кому? Мужьям. Мужьям. Как? Как Господу. То есть? Во всем. Да. Во всем. Значит, женщины должны, жена должна повиноваться своему мужу, как? Богу. Как Господу Иисусу Христу. Как она повинуется Господу, так она повинуется мужу. И так, смотря на женщину, как она повинуется мужу, все уже есть мера того, как показатель того, как она повинуется Господу. Как можешь сказать, да, в какой мере одна женщина повинуется Господу? Как повинуется мужу? Если она повинуется мужу, значит она повинуется Господу. Значит, так мы и напишем. Должны повиноваться мужьям, как Господу. А 23 стих что говорит? Что узнаем только о женщинах из 23 стиха? У него есть голова. Да. Это не его голова. Ее голова кто? Муж. Муж ее голова. Значит, так и напишем. 23. Муж. Амусина. Армия Ташмани Абыто. Амусина короче. Что? Значит, муж и ее голова. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Но нас интересует только жены, да? Да. Даже жены. Да. Часто только жены. Поэтому мы выписываем здесь только то, что узнаем о женах. Но как церковь, 24 стих, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Во всем. Значит, что узнаем о женщинах? Должны повиноваться мужьям во всем. Во всем. Значит, должны повиноваться мужьям. И здесь. 24. Повиноваться мужьям. Но посмотрите, тут посмотрите очень внимательно, как повиноваться. Есть два пункта в этом стихе.
Посмотрите внимательно этот стих, еще раз. Мы должны повиноваться мужу. А давайте еще раз. Но как церковь повинуется Христу, так и жены должны повиноваться мужьям во всем. Как она должна повиноваться мужу? Как церковь кому? Христу. Значит, пишем здесь так. Под пункт можно давать. Под пункт. Как церковь Христу, да? А еще как? Как она должна повиноваться? Во всем. Во всем. Значит, видите, Слово Божие само толкует себя. Вы замечаете это? Да. Нам не нужны другие комментарии, нужны другие толкования. Слово Божие толкует себя. Если женщина хочет знать, женщина задает себе вопрос. 22 стих говорит, женщина должна повиноваться мужьям как Господу. А как это как Господу? Она спросит, как это как Господу? Как церковь поклоняется Христу? Как церковь повинуется Христу? И что означает как Господу? Во всем. Во всем. Все. Очень понятно. Во всем. Дальше. 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это описывает жен как-то? Нет, мужчина. Нет, это мужчина. Мужчина. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Есть что-то о женах? Нет. Нет, это о мужья. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Тоже о женщинах нет ничего, да? Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Есть что-то о жене? Нет. А ну посмотрите. Есть 33. Значит, со своим мужем составляет одну плоть. 13. Со своим мужем? Со своим мужем. Составляет одну плоть, да? Это какой стих? Это 31 стих. Со своим мужем. Прилепятся и станут одной плотью, да? Mm-hmm. Прилепятся и станет, и станут одной плотью. Тридцатый стих тоже как-то имеет отношение или нет? Потому что мы члены... Можем сказать, что жена здесь член... Здесь о церкви член... говорится, о церкви, мы как церковь, да? Тайна сия велика. О какой тайне говорится? Что за тайна? Одно целое. Брак. Значит, это есть место в Библии, где брак назван тайной. Да? Мы задаем вопрос, какие таинства есть? Вот одно таинство, это таинство брака. Брак является таинством. И в Библии написано, что это таинство, да? Значит, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. А жена да боится своего мужа. Что-то узнаем о жене? Да, да, да. Какой стих? 33. Что узнаем о жене? Кина Баха на Амусна. Должна бояться своего мужа. 15, да, 15? А она бояться, не бояться. Бояться? Да. А ну давайте еще раз прочитаем. Видите, как важно обзор делать, наблюдений? Давайте еще раз. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Так? Уважать. Уважать. Очень хорошо. Очень хорошо. Так и напишем. Что это за боязнь? Что за страх?
уважать. Так же, как мы боимся Бога, да? Какой у нас страх перед Богом? Мы боимся как бы не оскорбить Его, как бы не испортить отношения с Ним, да? Мы не боимся, что Он нас оправдает, да? Это не это означает страх Божий. Страх Божий — это означает бояться не испортить отношения с Ним. Да? Он будет любить того и наказывать. Хорошо, теперь давайте посмотрим. Что мы узнали о женщинах? Что говорит Слово Божие женам? Женам, которые состоят в браке, да? Они должны повиноваться мужьям. Это их обязанность в браке. Это их роль в браке, да? Они должны повиноваться мужьям. И Библия говорит, в какой степени? Как Господу. Как Господу. Почему? Спросит одна женщина. Потому что муж ее голова. Кто поставил эту иерархию? Бог. Бог поставил. Угу. Некоторые женщины скажут, ну мой муж не ведет себя как голова. Он вообще не голова. Это не важно. Это не муж себя поставил головой. Это не муж себя поставил головой, это не в ЗАГСе, это не законодательство страны, это не только у армян, или только у молдавян, или не знаю у кого только. Это Бог так поставил, чтобы в браке, Бог установил брак, и Бог установил, что в браке муж должен быть головой жены. Да? Так? Значит, поэтому жена должна повиноваться. Она должна повиноваться мужу, который есть ее голова. Повиноваться как Господу. Что, и смотрите, два раза повторяется, должны повиноваться. Видите, должны повиноваться. Как она должна повиноваться? Так, как повинуется церковь Христу. Церковь повинуется Христу во всем. Абсолютно во всем. И так и жена должна повиноваться Иисусу Христу во всем. Это есть воля Божия для каждой женщины. Неважно, в какое время мы живем, видите, сейчас эмансипация женщин, да, и так далее. Неважно, в какое время мы живем. Неважно. Это истины вечные для всех времен. Всегда. Всегда мы так должны жить. Значит, повиноваться мужу, как церковь Христу, во всем. Жена со своим мужем. Тогда, когда муж прилепится к ней, тогда, когда прилепятся, они станут одной плотью. И это есть великая тайна. Это великая тайна. Жена должна бояться своего мужа. Да. Бояться, в смысле, уважать. И бояться, как мы боимся Господа. Видите, в своих отношениях должно быть так же, как Господ. Как она строит свои отношения с Богом, так же она должна строить свои отношения со своим мужем. То есть с таким же уважением, с таким же страхом. Страх не в смысле бояться, что он тебя ударит из-за угла. Не знаю, что... Нет, не в этом смысле. Сейчас увидим, что говорит Слово Божье мужьям. Да? Бояться, чтобы не обидеть его лицо. Мы и так боимся не обидеть лицо Божье, да? Вот так же бояться, чтобы не обидеть лицо твоего мужа, чтобы не обидеть его. Всегда относиться с глубоким уважением к твоему мужу. И во всем повиноваться твоему мужу. Этому учит Слово Божие. Все. Да? И аминь. Так? А теперь давайте посмотрим. Ну, мы можем как-то другое? Да. Давайте сейчас составим перечень. Точно такой же. А мужьях? И посмотрим. Пока что нам мужьям очень понравилось то, что здесь написано. Да? Если жены поступают так, и мы имеем радость видеть, что наши жены поступают так, и это большое благословение для нас. Очень приятно и хорошо быть мужем такой жены, да? Приятно и благословенно быть мужем такой жены. Ну давайте сейчас посмотрим, что говорит Слово Божье нам, мужьям. Мужья. И
начинаем с того же стиха. И видите, что хорошо в этом методе изучения Библии. Мы работаем только с Библией, постоянно читаем и перечитываем текст, но каждый раз с определенной целью. Мы не читаем просто, чтобы набрать больше количества чтений. Мы читаем с целью увидеть одно, другое, третье, четвертое. Мы следим за текстом. Да? Теперь давайте посмотрим, что узнает о мужьях. Начинаем с того же стиха, 22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Тут не про них, хотя написано мужья, но... так, потому что муж есть глава жены. Что узнаем? Муж глава жены. Это описывает мужа, да? Да. Значит, о мужьях написано, есть глава жены. И если Библия говорит так, я муж моей жены, и я глава моей жены, я хочу понять, что это означает. Что это означает? Что это включает в себя быть главой жены? Посмотрим, потому что текст объясняет. Вы увидите, что говорит, что как Христос глава церкви. Значит, у меня уже есть сравнение, да? Я могу даже прямо здесь. Есть глава жены, как Христос глава церкви. Значит, если я хочу научиться быть хорошей главой моей жены, на кого я должен, с кого я должен брать пример? Кто хороший глава? Бог. Христос глава церкви. Значит, как поступает Христос по отношению к церкви, так я должен поступать по отношению к моей жене, да? Как Христос поступает по отношению к церкви, это мой пример. Мне не нужен другой пример. Лучшего примера, чем этот, я не найду. Этот самый лучший пример для меня. Я должен поступать по отношению к моей жене, так как Христос поступает по отношению к церкви. И Слово Божие, из того, как Он поступает. Я тоже часть церкви. То есть, как Христос поступает со мной, так я должен поступать со своей женой. Так? Я же тоже часть церкви. Я член тела Христова. Я член церкви. Как Христос поступает в отношении меня, так я должен поступать в отношении моей жены. Значит, так и напишем. Есть глава жены, как Христос, глава церкви. 24. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Мужья. В 24-м ничего нет, да? Но зато 25-й есть. Мужья, любите своих жен. Что узнаем? Что мужья должны любить. Это какой у нас стих 25, да? Любите просто. Любить жену, да? Любить своих жен. И как любить? Как Христос возлюбил церковь. Как Христос возлюбил церковь. Вот здесь подпункт сделан, да? Как Христос возлюбил церковь, да? И что еще говорится здесь о Христе в этом стихе? Это тоже относится к любви, нет? Что говорит о Христе? Он предал свою. Предал себя за нее. За церковь. За церковь. Да. Пожертвовал собой за. Значит, как Христос возлюбил церковь и еще предал себя за. Это имеет какое-то отношение ко мне, как мужу? Да. Какое? Что означает быть главой церкви? Что означает быть главой моей жены? Да, я есть глава жены, как Христос есть глава церкви. Если ты глава, что входит в твои обязанности? Возлюбить твою жену. Как? До какой степени? Возлагать свою жизнь. Жертвенно. Отдать себя за нее, да? Да. Отдать себя за нее. Да. Умирать. Дальше. 26 стих. Говорит, что Христос отдал себя за нее,
чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Так поступил Христос со своей невестой, с церковью. Да? Мы можем писать здесь что-то? Это ко Христу относится. Потом 27-й, но имеет какое-то отношение к мужу. Потому что в пример мужу дается это. Что делал, что должен он делать? Осветить ее как? Словом, да? Осветить ее словом. Это 26. Значит, осветить ее словом. Это означает восполнять духовные нужды моей жены. Так или нет? Потому что есть много мужчин, которые пренебрегают духовными нуждами своей жены. Ему нет дела до ее духовных. Он думает, что если он ее накормил, он и купил одежды, будет доволен, все. Но это означает, я должен быть духовным человеком, который должен восполнить духовные нужды моей жены и моей семьи, да? Значит, осветить ее. И как осветить? Что, чем мы можем осветить? Как? Словом Божьим. И я думаю, в таком контексте, думаю, что я имею роль в моей семье быть тем, который всегда приносит Слово Божие, который держит Слово Божие в почете в этой семье, да? В почете, так, чтобы моя жена любила Слово Божие, чтобы она созидалась и Слово Божие. И потом посмотрим, какую ответственность мы имеем перед детьми. Еще что-то можем писать. 27. Тоже приводится пример Иисуса Христа. Говорит, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Значит, Христос хочет церковь привести перед Богом без пятна, без пророка. И это в духовном смысле, да? В духовном смысле. Хочет привести ее красивой перед Богом. Красивой во всяком отношении. Значит, мы, наверное, тоже имеем какую-то ответственность перед Богом. Как мы принесем свою жену перед Богом? Да? Муж, если он глава, он имеет ответственность, да? Женой, которая повинуется ему, какой он принесет ее перед Богом? Не только, да, в духовном, но и в физическом должны привести. Ну, вот сейчас посмотрим дальше. Дальше говорится и о физическом. Смотрите. Так должны, 28 стих, так должны мужья любить своих жен. Как еще? Как? Значит, мы увидели, первое сравнение это как Христос, да? А 27 у нас, да? 8. 28. Что узнаем? Как любить? Как любить своих жен? Как само себя. Как тело свое. Как свое тело. Второе сравнение. Как свое тело. Любить. Это самое главное здесь говорится. Любить, да? Я подчеркиваю это, чтобы было всем понятно. Любить своих жен. Любить своих жен, как свое тело. И дальше объясняется. Любящий свою жену любит самого себя. Значит, тоже здесь пишем, да? Любящий жену любит самого себя. И в этом скрывается очень глубокая мудрость. Человек, который заботится о своей жене, ему хорошо. Да. Так или нет? Да. Муж, который правильно, мудро поступает со своей женой, заботится о своей жене, заботится о духовных нуждах своей жены, заботится о всех ее нуждах, ему хорошо. Ему хорошо жить с такой женой. Тот, который не заботится о своей жене, у него нет хорошей жизни. Если он не заботится о своей жене. Говорит, любящий жену свою, любит самого себя. И ему хорошо от этого. Дальше. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти.
но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Значит, как должен поступать мужчина по отношению? Как поступает по отношению к своему телу, тогда как поступать по отношению к жене? Питать, греть, да. 29 напишем. Питать, греть, согревать, восполнять все ее нужды. Как ты заботишься о себе? Ты же заботишься, чтобы тебе было комфортно, чтобы у тебя было всегда вовремя все, так? Так? Так заботиться о своей жене. Теперь видите, что означает быть главой? Быть главой — это означает любить свою жену, как Христос возлюбил Церковь. Предавать себя за нее. Освящать ее словом. Заботиться как о своем теле. Любящий жену свою любит себя. Как заботиться о своем теле? Питать, греть, восполнять все ее нужды. Духовные нужды, материальные нужды, эмоциональные нужды. Сейчас увидим дальше. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Что говорится здесь, 31? Говорится что-то о мужчине? Да. Что? Первый должен оставить отца. Должен оставить отца и мать. 31, да? Он должен оставить отца и мать. И все, на этом все закончилось. Что должен делать? И прилепиться к жене. Прилепиться к жене. Как Мика начал. Прилепиться к жене. И это слово «прилепиться» — это означает интимные отношения. Это относится к интимным отношениям. И то, что становится одним телом в результате интимных отношений, муж и жена становится одним телом. Значит, это говорит об эмоциональных нуждах. Муж входит в его обязанность восполнять эти нужды своей жены, да? Да. Прилепиться к своей жене и быть одной, быть одним телом, быть одной плотью. И посмотрите, кто здесь должен прилепиться в 31 стихе. Посмотрите внимательно. Муж и жена. Чья обязанность? Кто должен инициативу брать? И в этих отношениях? Кому принадлежит инициатива? Муж мужа. Думаете, что будет страдать женщина в семье, в которой муж не осознает этой своей роли? Что он должен, это его инициатива, он должен иметь эту инициативу? Да, конечно. Да, будет страдать. Значит, будет страдать в той семье, в которой не понимают этого. Валентин, пока нет. Значит, он должен оставить отца и мать, прилепиться к жене, быть одной плотью. И дальше. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви, но каждый из вас да любит свою жену, как еще?» Еще как? Как самого себя. Любить как самого себя. Какое слово повторялось? Какая самая главная обязанность мужа? Любить. Любить. Что означает быть главой жены? Это означает стучать. Я сказал, понятно всем. Это понимает любить главой, нет? Вы не знаете, кто здесь глава. И что я сказал, так должно делаться здесь, в этом месте. Мое слово закон, это означает я глава. Так люди понимают, да? А посмотрите в этом контексте, это означает я глава. Это чье слово закон в этой семье? Скажите вы, в этой семье чье слово закон? Божье. Божье слово закон в этой семье. В этой семье Божье слово закон. И быть главой что означает? Любить. Любить. Быть главой означает любить. Любить до какой степени? До жертвы. Да. До жертвенности. До жертвы. До смерти. До смерти аж любить. Да?
быть готовым жертвовать собой. Можно жертвовать в один день, и можно жертвовать всю жизнь собой, да? Во всем жертвовать собой. Кто является примером для мужа? Христос. Христос. Как Христос поступает по отношению ко мне, так я должен поступать по отношению к моей жене. Да? Быть главой – это означает заботиться обо всем. Обо всех нуждах моей жены. Христос заботится обо всех моих нуждах. Так? Он восполняет все мои нужды. Значит, я теперь должен заботиться о всех нуждах моей жены. Я должен заботиться о духовных ее нуждах, да? Не пренебрегать ее духовными нуждами, а восполнять все ее духовные нужды, чтобы у нее были нормальные, красивые, хорошие взаимоотношения с ее Богом, чтобы у нее был нормальный духовный рост всегда. И это не тем, чтобы ее пинать каждый день, что ты не читаешь Библию, ты не делаешь это. Нет, это Христос же так не делает, что Христос постоянно пинает нас, ты это не делаешь. Нет, он с любовью, с терпением это делает. По отношению к нам, да? Мудро. Мудро, с уважением, уважать свою жену. Как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относиться к ней. Да? Но восполнять ее духовные нужды. Позаботиться о том, чтобы с ней выходить куда-то на какой-то семинар, выходить в церковь ходить, помочь как-то, чтобы у нее было время на то, чтобы она изучала Библию, особенно если дети маленькие, если то, если она не успевает ничего. Как-то посодействовать тому, чтобы она могла иметь это время с Богом, чтобы она имела этот духовный рост. Я понимаю, что как глава жены я должен обеспечить в себе нормальный духовный рост в моей семье. Я должен вести изучение Библии в семье, молитву, способствовать этому, побуждать всех, поощрять всех к этому, чтобы в семье восполнить нужды всех. Но особенно моей жены здесь говорится. Потом я должен восполнить физические нужды моей жены, да? Питать, греть, одежду и все остальное. Восполнять ее нужды. Это означает быть главой. Быть главой, значит, я должен бить голову обо всем. Мы так говорим на нашем языке, да? Восполнять ее эмоциональные нужды, прилепиться к своей жене. Восполнять ее эмоциональные нужды, все ее нужды. Муж, который понимает это. И это хочет Христос от нас, чтобы мы так поступали в браке. Мы должны заботиться обо всех нуждах. Говорить здесь, посмотрите внимательно. Говорится здесь о том, что я должен заставить свою жену повиноваться мне. Нет. Это ее часть. Это ее взаимоотношения, да, с Богом. Говорится здесь о том, что я должен каждый раз напоминать ей, ты не повинуешься мне, не буду я тебя любить, ты не повинуешься мне, ты такая, ты не знаешь, что Бог говорит тебе повиноваться. Должен я это говорить? Нет. Это ее взаимоотношения с Богом. Если она повинуется мне, это слава Богу, я должен быть рад и благодарить Бога за это. Если нет, это не я, есть тот, который должен ее заставлять это делать. Говорится здесь, что я должен поступать так, чтобы она боялась меня. Боже упаси. Нигде нету такого. Нигде нету такого. Это ее взаимоотношения с Богом. Здесь. Или говорится здесь, что если моя жена не будет повиноваться, или не будет бояться меня, тогда я уже все это... Я освобождаюсь от этой обязанности? Нет. Я должен поступать так. Как Христос? Как Христос поступает со своей церковью? Я так должен поступать. Потому что я... Как я могу отразить Христа в этом мире? Показать Христа в этом мире? Как люди могут увидеть Христа в этом мире? Через это. От того, как я веду себя и в браке, да? От того, как я поступаю со своей женой, люди могут увидеть. Или увидеть, или не увидеть. Или увидеть искаженный образ Иисуса Христа. Я хочу, чтобы они увидели правильный образ Иисуса Христа. Чтобы они увидели характер Иисуса Христа, доброту Иисуса Христа. Все это, чтобы они увидели в том, как я обращаюсь со своей женой. Да? Это, во-первых, мои взаимоотношения с Богом. Если у меня правильные взаимоотношения с Богом, я так буду поступать в отношении моей жены. Если у меня нет правильных взаимоотношений с Богом, я пренебрегаю этим. Я почему-то думаю, что мне должны кто-то, мне... Нет, совсем не так. Теперь давайте посмотрим дальше. Следующие 4 стиха. Вопросы есть? По вопросам потом. Нет. Да? Надо менять это. Да, надо менять.
Давайте в следующих четырех стихах посмотрим, какие должны быть взаимоотношения между родителями и... Давайте сейчас шестую главу прочитаем первые четыре стиха. Стихи с первого по четвертый включительно. Да? Тоже так, вслух. Все, готовы все? Да. Готовы, да? Что? Читаем. Три, да. Четыре. Որդիներ, ձեր ծնողներում նազան երեք տիրոջնով, բազնսի այդ է արժանը, պատվեք ու հայրը դու մայրը, որ առաջին պատվիրանքն է խոստումով, որպեսի քեզի աղեկը լա և երկար կյանք ունենաս երկրի վրա, և դուք հայրեր, ձեր որդիները մի բարկացնեք, հապազանոնք մեծացեք տիրոջ վարժությունով հրատողը։ Սյոնը, կտո զդես գավնի, կատի զդես սլավա կրուչիվի։ Дети и родители. Отцы, то есть родители. Не потому что не имеется в виду только отцы. Родители, да? Хорошо. Тогда давайте о детях. Напишем то, что узнаем о детях. Что узнаем о детях? Первый стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Что узнаем из первого стиха? Должны повиноваться. Родители. Повиноваться своим родителям. Как повиноваться им? В Господе. В Господе, да? И очень часто спрашивают меня дети. Дети, вот сейчас в сентябре крестились четверо. В июне крестились восемь. Из восьми шестеро пришли креститься без, под запретом, как родители им запретили. Они пришли креститься. И некоторым родителям сказали, все, я больше не хочу тебя знать, у меня нет больше ребенка, нету. И они пришли и сказали, как мне поступать. Писание говорит, слушаться своих родителей, как мне поступать. Как ему поступать, как повиноваться своим родителям. Господи. Что означает в Господе? В законе. В рамках этого слова. Да. Если родители требуют чего-то, которое противоречит Господу, кого слушать? Господа. Господь что говорит? Креститься? Господь говорит, уверуй в меня и крестись. Еще Господь говорит, что я пришел принести не мир, а меч в семье. Но говорит, следуйте за мной. Будьте моими истинными учениками. Кому ему нужно повиноваться? Господу или Господу? Значит, до тех пор, пока наши родители просят от нас делать то, что в рамках этого слова мы должны как поступать? Повиноваться своим родителям. Но повиноваться в рамках этого слова. Когда твой родитель требует от тебя чего-то, которое против Слова Божия, ты не можешь повиноваться. Нет. Надо повиноваться в рамках того, что угодно Господу. Повиноваться своим родителям Господу. Еще что-то узнаем? Здесь. Ибо сего требует справедливость. Что? Чего требует справедливость? Чтобы повиноваться Господу. Чтобы повиноваться родителям и чтобы повиноваться в Господу. Значит, так справедливо. Того требует справедливость.
того требует справедливость, повиноваться родителям и повиноваться в Господе. Так справедливо. Значит, несправедливо не повиноваться родителям, и несправедливо повиноваться родителям больше или за рамки того, что говорит Бог. Несправедливо. Ни одно, ни второе. Справедливо повиноваться родителям в рамках того, что говорит Бог, в рамках Слова Божьего. Дальше. Что узнаем дальше? Второй стих. Почитай. Почитай кого? Отца и мать. Родителей. И что-то еще узнаем здесь? Из этого второго стиха. Это закон. Первый закон. Это первая заповедь, которая имеет что? Обетование. Первая из десяти заповедей, которая имеет обетование. До этой нет обетования. Да? Да. Первая из десяти заповедей, которая имеет обетование. Угу. И какие обетования? Это уже в третьем стихе есть. В третьем стихе. Какое обетование? Объясняет. Чтобы было хорошо тебе и долго жить. Да, будет тебе благо, и благо. Будешь долголетен на земле. Что можно написать из третьего стиха? Если повинуешься, да? Если повинуешься. Можно сказать, что это вознаграждение. Да, если повинуешься, и повинуешься Господи, да? Потому что некоторые думают повиноваться... Слепо, во всем. Нет, повиноваться в Господе. Если повинуешься по Слову Божьему в Господе, своим родителям, тогда что будет, какой результат? Благо. Будет тебе благо. Благо в жизни. Да. То есть будешь счастлив. Будет тебе благо. У вас, наверное, так и переведено, да? Долгая жизнь на земле. Будет тебе благо в жизни, будет тебе хорошо в жизни. А еще что? Долго жить. Значит, смотрите, какая красивая комбинация. Можно жить долго и мучиться всю жизнь. Можно так? Можно жить благо и мало. А тут такая красивая комбинация. Жить долго и благо. Да? Жить долго и долго. Это зависит от чего? От повиновения. В Боге. От повиновения родителям. Как Боге. Думаете, важно нашим детям знать это? Да. Конечно. Очень важно знать это, да, нашим детям. Значит, повиноваться своим родителям, Господи, того требует справедливость. Почитай отца, и надо почитать их. Значит, посмотрите, повиноваться... И почитать их, то есть отдавать им честь, отдавать им честь всегда. И мы должны учить наших детей этому, мы должны их учить всегда. И это их взаимоотношения с Богом, нет? Это его взаимоотношения, это кто? Я ему говорю, это от меня исходит, это от вас исходит. Кто придумал это? Бог. Это Бог? Это Бог хочет. Бог дает им такое повеление. Бог непосредственно говорит детям. И если мы имеем живых родителей, он говорит нам, до тех пор, пока мы имеем живых родителей, мы дети. Неважно, сколько нам лет. В Молдавии живут мама и дочка, маме 100 лет, дочке 80. Она ребенок еще. Хотя и 80 лет, она дитё, чадо, да? И пока наши родители живут, это есть повеление Божие к нам. Мы должны повиноваться своим родителям в Господе. Того требует справедливость. Надо почитать отца и мать. И если повинуемся и будем почитать, тогда будет нам благо и будем долго жить на земле. А четвертый стих. Что говорит о родителях? Это относится к родителям, да? Родители. Не должны быть. Что узнаем о родителях? Не раздражать. А об отца? Ну, тоже имеется в виду.
Да. К родителям и к маме тоже относится, да? Да. Не раздражать. Не раздражать детей, да? Да. Не раздражать детей. А что делать? Воспитывать. Как? В Божьем. В чем заключается воля Божья? Воспитываете как? В чем заключается? Воспитываете их в учении, тому и наставлении Господнем. Их. У нас написано в нашем языке, переведено здесь, где наставление, у нас написано обличение. Обличение это что? Обличение. Обличение. Когда обличаешь. Или можно, когда не ругаешь, как обличаешь людей, дорогой, ты неправильно поступаешь, не надо так поступать. Почему ты так поступил? Это обличение. Понимаете? Типа замечание. Да? Замечание, обличение, даже может быть и наказание. 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 Но как говорить, как здесь надо поступать? Говорит, не раздражать детей. А как можно раздражать детей? Посмотрите выше, как можно раздражать детей? Если ты требуешь от них делать чего-то, которое выходит за рамки того, что в Господе находится, этим раздражаешь? Нет. Да, раздражаешь детей. Вот те родители, которые запрещают своим родителям, детям принимать крещение, запрещают им ходить в церковь, запрещают их, они раздражают их? Да, они раздражают своих детей. Те, которые, вот вчера мы говорили с братом, с которым мы приехали, мы, например, были из одного села, и мы знаем людей из села. Мы говорили об одном, о другом, о третьем. И вспомнили про одного верующего. Кстати, был и пастор. Но он всегда наказывал своих детей шлангом. Вы знаете, что это шланг? Да. Жадно знаю. И из его детей, много у него, кажется, 7, 6, 7. Только один веровал. Больше никто не веровал. Дети его очень почему-то вели себя. И как? Написано. Да, лазанулся. Да. Разве этому учит нас Слово Божие? Так поступать? Бить детей по каждой причине? Это не раздражает детей? Это раздражает детей? Эти дети только и то и ждают, чтобы быстрее уйти из его дома. И не хотели больше быть в его доме. Это хорошо, когда наши дети только и мечтают быстрее выходить из дома. Нет, дорогие. Нет. Нет, Писание учит, чтобы мы не раздражали их. Этим мы раздражаем. Или когда постоянно нет, не даем никаких объяснений. Почему нет? Нет, все запрещено, то запрещено. Все. И постоянно это раздражает детей? Да, конечно, это раздражает детей. Это всех людей раздражает. Нельзя так поступать. Наказывать. Крайности бить всегда и делать, или же словами обзываться, какими-то словами называть своих детей, свинья, осел и так далее, отца, это не раздражает? Это очень раздражает. Или можно по-другому: да ты ничего не можешь делать, да ты не в состоянии ничего делать, да не выйдет из тебя ничего, да ты такой и такой. Это раздражает? Это очень раздражает. И Писание говорит, чтобы мы не раздражали детей. Но как нам делать? Вместо того, чтобы раздражать, потому что некоторые все воспитание к этому и сводится, что они раздражают. Они не могут воспитывать детей, они их только раздражают. Они постоянно только держат их конференции. И так, и только ругают. Они думают, что все воспитание сводится к тому, чтобы ругать детей. Это не воспитание, это не означает воспитание. Наоборот, тоже есть, что позволяет все,
Получается, это то же самое, да, вседозволенность? Да. Что говорит, как поступать в отношении детей? Не раздражать, но что делать? Воспитывать. Воспитывать, воспитывать их. Воспитывать как? В чем мы их воспитываем? Значит, это делаем. Давайте, дорогие, каждый вечер садимся всей семьей. Читаем Слово Божие, обсуждаем Слово Божие. Говорим о Слове Божьем. А скажи ты, а как у тебя в школе было? А как ты о Христе засвидетельствовал? Им так приятно рассказывать, что они делали в школе, как они сделали, что они помнили. Молодец, я так горжусь тобой. А вот завтра можешь делать то, можешь делать то, можешь так поступать. Им приятно говорить, они хотят. Они хотят, они то и дело ищут, чтобы немножко времени с тобой провести. Да? Этим летом был в лагере, был очень занят. И, к сожалению, не так много времени мог проводить с детьми. И надо было мне уезжать в город. И сын подошел, говорит, папа, можно мне? Мне нужно очень город, я хочу с тобой. Говорю, ну хорошо, я понял, что что-то он делает, но не то. И по дороге только мы отправили, говорит, папа, если честно, не нужно было мне ничего в город. Но я хотел с тобой пообщаться по дороге туда и обратно. Говорит, ты не обижайся. Но мне от этого стало еще приятнее. Я говорю, он хотел, чтобы мы пообщались. И он мне рассказал, что у него есть, что его волнует, что ему было очень приятно иметь это общение. Значит, Писание учит нас не раздражать. Не раздражать детей, но воспитывать их в учении и в наставлении Господнем. Обучать их Слову Божьему. Если мы их не обучаем Слову Божьему, скажите, дорогие, как они устоят в этом мире? Вы не видите, в каком трудном мире мы живем? А вы знаете, как трудно быть ребенком сейчас? А вы знаете, как трудно быть молодым сейчас? Вы посмотрите, если везде вокруг столько обольщений вокруг. Столько обольщений, столько давки на них. Такой давки, которой мы себе не представляем, какая давка на них идет. Они идут в школу, давка на них. Туда выходят, и тут только такое давление на них, что они представить себе не можем, как трудно им устоять и быть праведными в это время. Они будут добавлять. Мы можем им помочь. Как мы им можем помочь? Мы должны не раздражать их. Вместо того, чтобы раздражать их, да вы такие, да вы всегда такие, да это молодежь. Вместо того, не раздражать, пытаться их понять и воспитывать их. Воспитывать. Не ругать и раздражать, а воспитывать. Воспитывать значит обучать их Слову Божьему. Вы посмотрите, когда читаем книгу притчи, Соломон говорит, когда я был младенцем, отец мой учил, и все, и начинает писать книгу, то он пересказывает то, чему учил его отец. Значит, у него хорошо запомнили. Это означает, что Давид снова и снова говорил с ним. Сын мой, так и так, и так, и так, и так, сын мой, так и так, и так. И так его учил Давид, что у него хорошо. Как? Дошло. Хорошо дошло до него. Значит, так и мы должны воспитывать своих детей в учении, в наставлении Господне. Если обличаем, то тоже Слово Божьим обличаем, да? Обличаем с любовью, Слове Божьим, так, чтобы они... И если это розга, есть какой-то возраст, когда розга имеет эффект, да? Но есть уже возраст, когда розга уже является раздражением. Если он ребенок, и он получил по... Да, получил там розгу, это одно, а когда ему уже 11-12 лет, и он получает розгу, 13 лет, это для него унижение. Это унижение, которое его раздражает. Раздражает, он тебя ненавидит, и он вместо того, чтобы видеть в тебе любящего родителя, он ненавидит, возненавидит тебя. Не надо так поступать. Да? И посмотрите. И в первом, из 22 стиха до 4 стиха было одно ключевое слово, которое повторяется. Было одно слово, которое повторялось. Какое слово? Повиноваться. Это ключевое слово, да? Это слово повиноваться. Кто кому должен повиноваться здесь? Дети, родители. Жены, дети должны. Жены должны повиноваться. Мужья. А мужья? Господу должны повиноваться. А дети? Родители. Что вы думаете, облегчит детям повиноваться?
Когда детям будет легко повиноваться Богу? Когда мы верим в Бога, повиноваться Богу. Если они будут верить в Бога, повиноваться Богу. Еще когда? Если родители повинуются Христу. Если мама повинуется отцу. Отца. Хороший пример для детей. Они видят повиновение в доме. Они видят, что это не унижение. Это наоборот, это благочестие так поступать. Тогда им будет приятно повиноваться. Если же мама не повинуется мужу, она имеет какой-то эффект на детей? То, например, а если муж не повинуется Христу, он имеет эффект на детей? Поэтому в 21 стихе написано так, посмотрите, 5:21. Это даже 5:20 и 21. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Все мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. И так, как установил Бог, чтобы мы смогли, чтобы мы повиновались. Повиновением. В это время, когда все тебя призывают не повиноваться. Ты царь, ты Господь, ты такой. Нет, Бог призывает нас повиноваться. Повиноваться, в смирении, жить в смирении, правильно. И радоваться хорошим взаимоотношениям с Ним, с твоей женой, с твоим мужем, с твоими детьми, с твоими родителями. Чтобы были Божьи взаимоотношения красивые. Вот так. Как мы можем применить это все к нам? Применимо это все к нам? Да, как мы можем применить? Если верить, что Святой Дух Бог. Как мы можем применить эти истины к нам? В чем-то есть, что нужно покаяться? Да, да. Тогда надо покаяться. Перед мужем надо в чем-то попросить прощения? Тогда надо делать это сегодня. Зачем откладывать? Начиная с завтрашнего дня, надо что-то изменить в том, как относишься к мужу. Перед женой надо извиниться в чем-то. Тогда лучше всего сделать сегодня, потому что если не сделаешь сегодня, забудешь. И все, и слово тебе не поможет. Сегодня я проповедовал церковь об этом у вас. Да? Никаких изменений не будет. Извинись перед мужем. Извинись перед женой. А может, надо извиняться и перед детьми. Если ты их постоянно раздражаешь, может, хорошо, сегодня вечером собрать детей и сказать, дети мои родные, извините, что я вот так повел себя. Слово Божье меня обличило сегодня. И дети увидят пример послушания Слову Божьему. И дети увидят пример исповедания. Дети увидят пример искренности, не лицемерия, искренности. И ты скажешь, дети мои, извините, я сегодня понял, что я раздражаю. Вместо того, чтобы вас воспитывать, я вас раздражаю. Простите меня, мои дети. И дайте мне воспитать вас. Вот я хочу, чтобы мы с сегодняшнего дня начали собираться вместе по вечерам, читать Слово Божие, общаться вместе, помолиться за проблемы каждого из вас. Я хочу поступать по Слову Божьему как родитель. Это будет такой пример для детей. А если ты ребенок, и ты неправильно поступаешь по отношению к твоим родителям, тогда сегодня очень хорошо, чтобы ты пошел и попросил прощения у них. Попросил прощения, мама, папа, извините, что я не был повинен вам, я не повиновался вам. Я не повиновался вам, хотя вы всегда меня учили в Господе, но я пренебрегал вами. И я даже не почитал вас никогда. Был ваш день рождения, я даже не обратил внимания на это. Был день вашей свадьбы, а я плод вашего брака. Я никогда не подумал даже вам сделать красивый подарок. В то время как другие дети на день свадьбы родителей, они работали, делали все усилия, чтобы организовать им тур какой-то, чтобы отправить их на отдых на неделю, чтобы они хорошо отдохнули. Это очень хорошо, когда дети так поступают. Это очень красиво. В то время как другие так поступают, я даже забыл вам прийти к вам с букетом цветов. Простите, потому что этим я не почтил вас. Почитать родителей – это означает оказывать им должную честь. Или мама и папа, у вас теперь такие нужды есть. А я никогда не интересуюсь вашими нуждами. Что вы кушаете? Где вы живете? Как вам тепло или холодно? Есть ли у вас заплатить за газ, за то, за коммунальные услуги или нет? Я не интересовался. Простите меня, мама и папа. Я
не почитай нас. Я хочу покаяться в этом и хочу поступать достойно Дитя Божие. Я хочу жить как Дитя Божие и повиноваться и почитать своих родителей, так, как учит нас этому Слово Божие. Вот так. Хорошо. Вопросы. Если есть какие-то вопросы... Масудиджан, пока мы будем думать, что за вам. 7 лет. Очень сильно. Оба серьезные христиане и не могут терпеть друг друга. Даже это, иногда это страшно, когда это происходит в памяти. Я бизнес-вумен, жена, женщина, я не могу терпеть то, что говорит Библия. Такого вообще как удивительная вещь. И мужчины тоже. Какие вещи говорят, ну а хорошо знают Библию. И мы как-то потеряем свое место. Не знаем, что делать. И детьми как будто двигает другая сила. Интернет или телевидение вообще не связано с семьей. У нас семейные связи были очень сильные, Но сейчас это очень легко разрушается. Вот мы тогда не молимся, конечно. Это второй год, что мы раньше никогда не делали семейные встречи. Для нас это было вообще бессмысленно, как будто. Что-то проповедовали. Сейчас это как-то первая нужда. Вообще не можем найти свое место. Да, но тут, знаете, тут много факторов есть, которые способствуют этому. Но то внешние факторы мы не можем менять. Да. У вас как это дело? Да, к сожалению. Есть тоже трудные цели в церкви. В нашей церкви не дошло еще до этого, нет таких, чтобы были разводы. Но так начинают у нас появляться, так, в смысле, по стране начали появляться такие случаи. Я, по крайней мере, знаю, где 3-4 случая уже разводов. Но здесь, да, есть внешние факторы, который мы менять не можем, но я прочитал однажды такой афоризм: если не можешь изменить обстановку, измени твое отношение. Это очень правильно. Мы не можем менять внешние факторы, но очень важно, чтобы мы их поняли, чтобы мы потом изменили свое отношение к этим внешним факторам и чтобы мы отдали правильный отпор, чтобы мы правильно поступили. Значит, какие есть внешние факторы, которые влияют плохо на семьи? Первый фактор, ну, даже тут трудно сказать, какой первый, какой второй, какой третий, да? Один фактор – это материализм. Понимаете, материализм? Эти люди хотят стать богатыми, как любовь к деньгам. Любовь к деньгам очень сильно развивается сейчас, очень сильно распространяется, да. И это поражает людей. А Библия говорит, что это есть корень всем зол. Да? Да. От этого начинается. И они хотят иметь много денег. Один идет в Москву, другой в Италию идет и работает. Муж в Москве, жена в Италии. Работают, и они все, они выглядят. Они же молодые, они имеют физические нужды, и они начинают смотреть за другими. И так появляются проблемы. Но откуда началось все? Они говорят, что бедный. Нет, не бедность, нет, нет. Любовь к деньгам. Да. Значит, мы, как верующие, мы, проповедники, должны обличать этот грех, любовь к деньгам. Мы очень много говорим об этом. Мало, очень мало говорим об этом. Мы должны постоянно проповедовать, говорить об этом, обличать этот грех, чтобы люди покаялись в этом грехе. И чтобы не были больше так не шли за этой любовью к деньгам, потому что это корень всех зол. И те, которые пошли за ней, они сами поражают себя. Они поражают себя, поражают свои семьи,
Обычно от этого и так разрывается взаимоотношение и между мужем и женой, и между родителями и детьми. Просто разрывается взаимоотношение. Потом дети также, они все заражаются этой любовью к деньгам. Все заражаются этой любовью к деньгам. И их очень интересуют духовные ценности, ничего не интересует. Мы должны обличать этот грех и показывать выход из ситуации, что надо любить Бога, а не деньги. Учить. И не делать это тогда, когда уже появились большие проблемы. До этого надо делать. Не допускать, чтобы муж с женой разделились по причине бедности, что у них нету квартиры, нету машины, нету. Ни они, ни дороги. Если хотите, тогда поедете вместе. Если едете вместе, то я хочу знать, что вы пойдете в церковь. В какую церковь вы идете? В какую церковь вы пойдете? Если у вас есть трудности, да, вы решили Виталию, хорошо, в какой город? В какой город? Там есть церковь? В какую церковь вы пойдете? Я хочу знать, что вы пойдете в церковь и будете ходить с Богом, а не будете там без церкви искать и годами церковь, и вы не найдете. Да? И мы, пастора, должны всегда следить за этими людьми. Если один уходит в один конец света и другой в другой, все, здесь появятся проблемы. И очень часто, чаще всего это из-за любви к деньгам. Все, это значит, красная лампочка загорелась. Там есть любовь к деньгам, пойдут другие проблемы. Начнутся другие проблемы. Второе, это то, что сейчас очень много вредной информации, которая просто лезет в душу человеку. Люди смотрят фильмы, эти сериалы, в которых меняют жен, меняют то, в которые и любят очень эти сериалы. Особенно женщины очень любят эти сериалы, и они смотрят эти сериалы, и они так входят в роль, что они не замечают, как их мышление меняется. Они начинают думать, как те в фильме, а не то, как написано в Слове Божьем. У них есть время для фильма, но нет времени для Слова Божьего. И тогда меняется мышление. Меняется мышление, и мы начинаем сталкиваемся с чем-то, что не верим, что из уст этой женщины выходят такие слова. Говорит, а что, говорит, я вышла замуж, чтобы расти детей, я уже 5 лет в браке, и 2 детей я только, говорит, должна вытирать за ними. А я хочу прожить жизнь. Я хочу прожить жизнь, как я хочу радоваться, как женщина. Говорит, 5 лет можно, как прошли даром, как будто их не было 5 лет из жизни. Дорогая, что ты говоришь? За 5 лет тебе Бог дал мужа, тебе Бог дал 2 детей, ты понимаешь, что это такое? Ты стала матерью, ты растишь 2 детей. Что ты говоришь, глупости? Как ты можешь глупое такое говорить? Откуда у тебя это в уме? Знаю откуда, потому что ты смотришь эти сериалы, и ты видишь, как они ходят вот такие все, и очень они счастливы. Да. Да, и у них служанки, никто, и от этого ты. Нет, дорогая, это не является. Поэтому вся эта информация, она вредит, очень вредит. И если нас не интересует, что смотрят наши как люди, которым мы служим, если нам не интересует, какие фильмы они смотрят, какие, тогда они, это плохо на них влияет. Поэтому мы должны следить, понимать, о чем, и говорить им, не надо смотреть всякую гадость, не надо смотреть, надо выбирать. Даже сейчас специально создали группу, я инициировал эту группу в интернете, группу на Facebook, и там пишут, какие фильмы рекомендуем христианам и почему. Очень много фильмов там зарекомендовали христианам. Почему? Рекомендуем, потому что оттуда можно взять духовные ценности. А то, где, откуда ничего невозможно взять, и которое разрушает духовные ценности, мы такое не хотим смотреть. Не смотрите такие гадости. Не надо. Не надо вообще. У меня в доме телевизора нет, я очень рад. Я не проповедую против телевизора, Боже упаси, не проповедую, не хочу, чтобы кто-то. Но мы решили его убрать. И так хорошо сделали. Когда я предложил в первый раз, жена посмотрела на меня, ты, что ты говоришь, о чем говоришь? Я говорю, давай уберу. Потому что мы приходили в дом, я не мог общаться ни с кем, потому что главный в доме телевизор, он в центре. Я не глава, он глава. Я пытаюсь с кем-то говорить что-то, все смотрят на него, никому нет дела до того, что я говорю. Ну, что сказать, и мне нет дела, я говорю, если там что-то показывает интересное, я тоже туда смотрю, и не могу вести разговор до конца.
И однажды мы наказали детей тем, что убрали, и мы оставили их в субботу дома, они должны были убрать в доме, и все, и когда мы вернулись домой, и в доме такой беспорядок, еще больше они сделали, и все смотрят телевизор. И я тогда предложил, давай их накажем, 2 недели уберем телевизор. И мы убрали телевизор на 2 недели, и за эти 2 недели так хорошо стало, мы садимся за столом, общаемся все, и так наслаждаемся этим общением, что не хотим уходить со стола. Потом мы что-то делаем интересно, читаем Библию, вспоминаем, дети все спрашивают, а как, расскажи то, и так далее. Думаю, зачем нам телевизор? Настя говорит, нет, все, больше нам не нужен, нам не нужен телевизор, больше не хотим. Я очень рад. Правда, самый младший, Даник, он был маленький, не знаю, сколько, 2 годика ему. И он месяц не говорил со мной из этого телевизора. Месяц был обижен на меня. Еще и говорил жене, говорит, мама, не ложись с ним. Не спи с ним. Из-за телевизора. Это вот так. Но потом ситуация очень сильно изменилась. И надо посмотреть, если раньше был один канал, и не показывали столько гадостей, да? Ну, показывали, там, партия, съезд партии такой, но не показывали все эти глупости, которые... И все христиане знали что-то про мывание мозгов, и не хотели смотреть эти каналы, да? А сейчас у него 100 с чем-то каналов, какой хочешь. Еще когда переключает канал, еще и на эротику какой-то. И достаточно, что он смотрит там 2-3 секунды. Но увидел там какие-то картины, которые потом месяцами не дают ему спокойно спать, спокойно жить, да? Так? На подсознание. А, и после того, как увидел, хочет еще смотреть. И мы потом спрашиваем себя, почему разрушаются семьи. А это не разрушает семьи? Это очень сильно разрушает семьи. Так? И так далее. Значит, что мы можем делать в этом мире? Мы можем обличить. И Писание говорит, что мы должны обличить эти уловки сатаны. Мы должны обличить эти уловки сатаны, говорить детям Божьим и обучать их здравому учению. Очень большой акцент ставить на здравое учение. Обучать их всегда. Выходить с ними в церковь, в группы, делать все возможное, чтобы обучать детям Божьим. Ну, и, кстати, у нас есть очень хороший курс. Семейный курс называется «Брат без сожаления». И вот включаете этот, это я вам провел с вами часть из одного урока, да? Включаете это, очень глубокий курс, так что, я не знаю, кажется, его нет на армянском переведенном. На русском есть. Но на русском языке есть. Профатит. Так что, советую вам пройти это, пройтись с семейными парами. Выходить с семейными парами. Хорошо делать. Выходить со всей церковью. Вот сейчас вышли со всей церковью. Пятница, суббота и воскресенье. Воскресное служение провели в одном лагере все. Вышли. Очень хорошо было. Очень хорошо для всех. Такое хорошее общение. Допоздна общались все члены церкви между собой. Дети между собой подружились все. Очень хорошо. И мы изучили первое послание к Тимофею. Я собираюсь проповедовать стих за стихом, но перед этим собрал всю церковь и провел с ними общий обзор, чтобы у всех была ясная картина книги, а дальше уже начну проповедовать стих за стихом. Я так думаю, но действительно, мы живем в очень трудные времена. Вы смотрите, какой поток информации, какой поток, какой... И в этом потоке информации мы должны сделать так, чтобы превалировало Слово Божие. Вот хорошо, что вы снимаете, ставите в интернете. Кто не был здесь, может смотреть там. Если нет, тогда другое. Что мы можем делать? Ну, мы должны превалировать. Это духовная борьба. А что насчет, если нужно, насчет школьных программ? Как он действует в отношении отрицательных детей? Можно, да? Школьные программы. Да, это новое, надо. Я не знаю, как у вас в Армении, но, ну, к примеру, то, что учат их эволюционизм. Да? И особенно в эти месяца, сентябрь, октябрь, их учат эволюционизм, знаете? Почему? Мы должны быть мудрыми. Потому что так, в школе, когда начинается, и именно в эти первобытное общество и так далее, и так далее. Поэтому мы должны быть мудрыми. И всегда
в церкви говорить нашим детям, строить какие-то викторины, что-то, все, викторины, давайте, дети, сами изучайте, смотрите, ищите в интернете и принесите здесь, и будем обсуждать, что правильно, то или то. И тогда они сами ищут аргументы, они знают, они хорошо знают, как говорить в школе. И дочка наша пошла в университет на первом курсе, в университете тоже, тому же самому учат, на историческом факультете. Но она очень хорошо знает все эти аргументы. И вплоть до того говорит, что преподаватель начал так расслабленно преподавать, не зная, кто у него в классе. И она начала задавать вопросы, а как насчет того, а как насчет того? Говорит, с карбоном, карбон-14, говорит, изотоп, так и так. И она задала ему несколько вопросов. Время, говорит, откуда вы знаете время? Откуда знаете, с какого состояния он начал это раздвоиться? С какого состояния, откуда вы знаете? Ну, вообще-то, говорит, девушка, ты права. Преподаватель. Ты права. Ну, я тоже, говорит, думаю, как мы можем так легко поверить в такие сказки? Вот вы не верите, что... Миллиард лет. Что, искажение говорит, миллиард лет. Да. Ну, говорит, если миллиард лет, если столько лет, говорит, то Солнце должно было касаться Земли тогда. Знаете? Если было бы миллиард лет, как они говорят, то Солнце и Земля должны были вот так касаться друг от друга. Прилепиться. Да. Потому что Солнце каждый год оно уменьшается. Ну, несколько, там оно уменьшается. Но если умножить на эти миллиард лет, тогда уменьшилось бы сильно Солнце. Так что наших детей надо обучать. Потом еще чему их учат сейчас? Учат, что они имеют права. Очень много права не имеют. Не имеют обязанностей, им не говорят. Да. И очень мало говорят о обязанностях, но им говорят о правах. О правах, что твои родители не имеют права то говорить тебе, то говорить, заставлять тебя работать. Так ему говорят, что твои родители не имеют тебя права заставлять работать. ООН, организация ООН этому их учит. Специальная программа. И после этого, когда ты говоришь ребенку, он смотрит на тебя. Кто ты такой? Мы уже в школе сказали. Поэтому мы должны воспрепятствовать этому. И мы в Молдавии начали мы воспользовать те возможности, которые есть. Сейчас пресс-конференцию все могут делать. Не знаю, сколько это стоит у вас. У нас за $50 делаешь одну пресс-конференцию. За сколько? $50 делаешь пресс-конференцию, приходят журналисты, все журналисты, и ты говоришь. И вот сейчас последняя пресс-конференция у нас была, мы сделали. От нашей церкви, каждый месяц одну пресс-конференцию. Вот демократическая, да? А у вас тоже демократическая. То же самое. За 50 тысяч не может. Не, вы поинтересуйтесь, пойдите завтра в агентство. Нету такого, нету. Пойдите и поинтересуйтесь. Я уверен, что вы можете это. И мы вышли от церкви Благая Весть, от Баптистской церкви Благая Весть, мы делали пресс-конференцию. Последняя была о том, о вреде алкоголизма. Потому что наша страна в прошлом году заняла первое место в мире по употреблению алкоголя. Да. Чистый спирт 18,2 литра на душу населения. А у нас 11,5. Да, а у нас 18. Представляете, что такое? И тогда вышли. И я прочитал перед ними, привел все эти статистики, прочитал проповедь перед ними, что говорит Слово Божие перед журналистами, собрались, полный зал журналистов, все засняли. И сразу, только закончилась передача, и по всем телеканалам начали обсуждать этот вопрос, приглашая министра того, все, поднимать проблему. Все, значит, мы должны это делать, мы должны приводить Слово Божие, чтобы люди видели. А если мы молчим, они делают такое, но мы ничего не говорим, тогда... Мы должны приводить эти вопросы в обсуждение, в общественное обсуждение. Тем более, что живем и вы, христианский народ, и мы. 96% населения нашей страны христиане. В школе еще ужасное есть воспитание, которое трудно поборить. Это потребительский характер. И духовное, и душевное, и материальное, телесное, я это имею в виду. Это, и я не знаю в Молдавии как, но во всем обществе это принято как будто. Да, и, например, давали
цей мы издавали много книг, очень интересных. Как-то можно бороться, но эта душа уже настроена потребительски. Пару так там были бороться. Это очень труднодоступная цель, но надо бороться, конечно. А он так был, мы от Оринак Касек, Оринак, Донцели. Оринак, а мы ничего не снимали. Исполнению своих желаний, такие рекламы, такие вот ролики. Эгоизм, эгоизм. Они учат тебя. Крайне эгоизм. Да, да. Ты не то, что твоя обязанность, а да. Крайне эгоизм. Например, человек может 2 часа ночи, 3 часа ночи включить магнитофон в автомашине, все спят, в квартале все спят, мне хочется слушать. А, и попробуй ты ему из окна сказать, что кто-то такой, у него пистолет. У него пистолет, он снял пистолет, заезжал и давай, я тебя убью, я буду своими глазами, в моем городе. Это демократическое общество. Да. К сожалению, это так. А полиция смотрит в другую сторону. Да, мы должны провозглашать Слово Божие. В эти времена мы имеем очень много возможностей. Мы просто не осознаем тех возможностей, которые имеем. Не осознаем тех возможностей, которые мы имеем. И говорю, мы можем провозглашать, люди должны знать, во что мы верим. Знать, во что мы верим. И отвечать на все эти проблемы Евангелием. Что говорит Слово Божие? Слово Божие говорит так. Предыдущую пресс-конференцию провели по... Знаете, что есть эта битва экстрасенсов? Да. Да. У нас в Молдавии уже давно один маньяк убивает людей. И убивает влюбленных. Находит их ночью. Обычно в машинах находит влюбленных и убивает их. И уже 2 случая было таких. Или 3 случая было. И полиция никак не может найти этого маньяка. Никак. Пытаются, ничего не могут делать. И тогда родители последней пары, была девушка 15 или 16 лет и парень 18. Родители пригласили этих, обратились к этим гадалкам, экстрасенсам из Москвы, и они приехали в Кишинев, и вся пресса писала о них, и так, и так. И мы когда увидели, слушай, ничего себе, и эти православные обратились к... Как это так? Не может быть, а христиане обратились к гадалкам. И главное, вся пресса пишет, никто не осуждает, ничего. И сразу же взяли и вышли. На второй день рано утром вышли, провели пресс-конференцию. Здесь тоже. Да, сказали, Слово Божие что говорит? Слово Божие говорит это, и это, и это, и это. Пришли снова со всех каналов, пришли, показывали это. Показали всем, по всей стране. Все. Люди знают, что мы, люди, по крайней мере, люди знают, что говорит Слово Божие. И на этой пресс-конференции мы призвали родителей покаяться. Призвали этих экстрасенсов покаяться и отречься от этих гадостей, которые они делают. И это передали по телевидению. Они обещали, что найдут и так, и далее. Исчезли. Будут стараться. Нет, исчезли. Значит, то, что мы дали им отпор со Словом Божьим, имело эффект. Это мы должны делать. Если в школе учат чему-то, если там что-то делать, мы всегда должны давать отпор. И использовать возможности, которые есть. Для того и существует пресса, чтобы передавать мнение. Так давайте им наше мнение должны передавать, потому что наше истинное, основанное на Слове Божьем. Поэтому мы всегда должны выходить перед ними, чтобы они передавали. Главный герой в Москве, когда показали эту программу, был армянка, победил. Тут какой-то азербайджанец, он там экстрасенс какой-то очень сильный, и он тоже приехал. А полиция нашла?
Папа типа тоже не знали, маньяка, что там новое всегда, да. Да, и мы там сказали, что мы церковь будем молиться, чтобы нашли этого маньяка. И верим, что найдут. Ну, Бог в свое время откроет, если Бог не открыл до сих пор еще. Мы не знаем почему, мы знаем, что Он все делает к нашему благу, будем надеяться. То есть можно сказать, что нет вопроса, к которому церковь будет равнодушен? Нет, да? Мы должны отвечать. Да. То есть, люди не знают. С точки зрения церкви провозгласить, да? Всегда провозглашать, всегда провозглашать. А... Если есть возможность радио, есть радио христианское в Армении? Ваше? Да. Интернет-радио есть только. Да, и такое есть. Простое радио, тоже телевидение, есть. Газеты, все, что можно делать, чтобы мы провозглашали Евангелие. Чтобы мы провозглашали Слово Божие. Здесь все есть, но трудно. У вас демократия есть. Да. У нас как Советский Союз. А что будет, если вы сделаете пресс-конференцию? Что будет? Вас встреча. Как невозможно? Нет, вы не пробовали. Завтра можем попробовать вместе, и ты увидишь. Завтра можем вместе пойти, честно. Завтра давай эксперимент сделаем вместе. Пойдем, и я скажу, у меня из зарубежа хороший гость, давайте пресс-конференции, и ты услышишь, что они будут говорить. Ну, давай сделаем. Давай, посмотрим, если получится. Мы заплатим, все расходы берем. На тебя. Честно, будем интересоваться, можно так или нет. Да, да. Но если будет такое, это правда, что можно. Мы должны все сделать, или? Но трудности у каждой страны свои. У нас 100 тысяч человек собирается, ни одно телевидение не показывает. Ну потому что показывает три человека. Серьезно, это потому что политический. Нет, религиозное то же самое. То же самое. То же самое и курение, и спиртные напитки. Год один раз берут из Европы деньги, проповедуют, что-то и все. А сколько у вас каналов? Много, 10-13. Нет, нет, они все государственные. Все государственные? Всегда, ни одно свободное нет. Один бит? Закрыт. Нету ни одного свободного? Нет, нет. Василий Джон, я же говорю, ты же в Армении, дорогой. Ну, один государственный, остальные все под контролем. Абсолютно невозможно, ни за какие бешеные деньги. Объявление не может. Василий пока не представляет. У нас одно государственное, и то меньше всего смотрят. То так. Ну, правда, то по всей стране. Ну, и эти, которые сейчас тоже... Например, я хочу рекламу повесить против водки. Не могу. Должен президент дать разрешение. Такого не было у нас. Это... А на своей машине? А? А на своей машине? А на своем балконе? Можно. А? Ну, на своем балконе, да? Ну, если балкон выдержит. Богаты-то в Москве не могли против пива ничего сказать. Долгое время, помнишь? Ужас это. То же самое здесь. Если ты что-то скажешь, все будут смеяться над тобой. У нас коммунисты, когда были в власти, они установили праздник вина. Да-да-да, у нас в Молдавии есть праздник вина. И тогда, вот сейчас мы специально перед этим праздником вышли и сказали, как это. Тогда, когда мы занимаем первое место в мире по пьянству, вы еще и праздник не делаете, да? И очень хороший, очень хороший. И сразу же все средства информации начали писать, говорить об этом. Но мы дали старт. Приглашали пастырей, священников, приглашали всех туда обсуждать вопросы. Здравствуйте, здесь я не видел на телевидении, что какой-нибудь пастор мог выйти и так поговорить. Пастор, здесь. Часто. Меня очень часто приглашают. Видите, как свободно. Очень часто приглашают на разные передачи. Мы будем молиться, чтобы это изменилось, эта ситуация плохая. Да. А народное всегда зло будет царствовать. Да.
всегда найдется Сталин, всегда найдется сталинисты. У нас самое страшное не то, что в государственном уровне делается, но в семьях очень трудное состояние сейчас. И христиан, и христиан. Секуляризация до полной степени. Вот если какое-то мнение выходит, все телевидения одно мнение. Два все. Если там сидят за круглым столом, все ругают друг друга, на одно и то же говорят.